Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале Gameball Сумкин. Очевидно, но правда. Чего только не найдешь на просторах плеймаркета. Я нашел игру под названием Flappy Potsack. Это тоже и наш будет игрушка в разделе Rhythm Games. Игра про уже давно отшумевшего героя русского ютуба Потсака. Он является главным лицом пупчиков, которые сейчас делают. Ну как, сейчас уже их не так активно делают, как раньше. Я помню, активность пупчиков была в 12, 13, 14 годах. 3 года вот была и все, в 15-м. Как бы уже все. Перестали эту фигню делать. Все перешли уже на аморальные паблики. Стали на них сидеть, и пупчики все забыли. Ну, Потсака я помню до сих пор. И вот то, что он сейчас раздвигая ногами летает, это, конечно, не довольно забавно доставляет. Хули, хули. И музыка на фоне играет, офигенная музыка, которая играет обычно в застольях. И буйный Славик еще возникает, офигенно. Его тоже как героя пупчиков всунули сюда. Хотя мне казалось, что это отдельная игра про... Сольная, скажем так, игра про Потсака. Оп, оп. Давайте, ребята. Давайте 15 наберем. Может, игра и покажется довольно легкой, но я не могу вам на это ответить положительно, потому что Потсак довольно рослый. Пролетать здесь довольно сложно. Вот почти 15 же. Ух ты, глянь, новый рекорд 12. Ой, монетка в косарь, фига себе, я хочу такую монетку. Монетка в косарь, это же офигенно. Да что такое? Давай, братан, полетели. Оп, оп. Да что такое? Пенек, сука. Ты на пенек сел, должен был косарь отдать. Я до сих пор помню эту фразу. И пупчик постоянно ее использует. Да, в принципе, все фразы Потсака из того видео, они все используют, и вот все до единой. Ни одной фразы не было вырезано, все используют. Так. Так. Потому что каждая фраза от Потсака это была просто топчик. Она каждая была пропитана этим юмором странным, довольно. Потсак гопник, как ни крути. Все вот эти гопнические фразы его, они немножко отличаются от обычных. Так. Так, ну поехали, давай, 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 братан, давай, набираем рекорд, 15 рекорд у нас должен с тобой быть, я в тебя верю, давай, давай, вы же тоже в него верите, верьте, ребята, в Потсака. Ты же веришь, да? Ну давай, верь, братан. Так. Давай, братан. Я не буду делать обзор особенно большим, потому что, в принципе, обозревать-то нечего. Это не тот самый Флэппи Феромир, где можно было там этому Феромиру давать кучу всяких апгрейдов, типа там перчаток, там, или шляпы, или повязки на глаз. Там еще какие-то две были. То есть там просто играешь, набираешь себе вот эти вот очки и покупаешь себе на них новые апгрейды. Нет, здесь ничего нету. Просто как бы летаешь за Потсака и все. Это довольно интересно было бы, если бы добавили в игру какие-нибудь апгрейды. Это немножко бы разнообразило геймплей, потому что, ну, просто летать это может тупо надоесть. Вот мне серьезно, мне очень немножко поднадоело. Но я хочу побить рекорд в 15 очков. Давай, давай, братан. Да что такое? Блин, башкой касается пенька. И то, что он сейчас произносит, это похоже не на мат, это похоже больше на гули. Типа гули, 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 гули. Как раньше и до сих пор все позывают голубей. Гули, 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 гули. Пенек, сука. Давай, давай, братан. Оп, оп. Оп. Я уже, кстати говоря, второй раз записываю эту игру, потому что первый раз ее записать было невозможно, потому что было полно реклам. Я отрубил интернет, и вот сейчас нормально вроде как стало. Вообще рекламы ни одной пока не увидел. Ну, их и не будет. Интернета же нет, логично ведь. Так, оп. Да что такое? Братан, ну не садись на пенек, ты же сам себе потом косарь будешь отдавать. Это не есть хорошо. Пусть косаря, я смотрю, у тебя нету, потому что тебе постоянно все пятихатки отдают. Оп. Оп. Ух ты ж, блин, чуть коленочка не коснулся пенька. Странные пеньки какие-то, это больше на какие-то стволы похожи. Это... Да, это реально стволы. Пеньки такими быть не могут. Ох ты, 15 очков, ребят. Все, мечта достигнута. Мечта детства номер
два. Первая у меня другая была, не буду говорить какая. Мечта детства номер два, это во флэппи посок побить рекорд в 15 очков. Мы его побили, у нас 19. Ладно, давайте последний разочек и все, и закончим этот узор, потому что все, в принципе, больше ничего такого нету. На самом деле игра очень маленькая и все. Ну, тупо реально игра идет на даже самых вот низких телефонах. Вот можно как бы поиграть и все. Нормально будет. То есть те же самые, например, какие-нибудь, я не знаю, студенты на парах, например, могут там поиграть в эту игру, посидеть, потому что она довольно заметна. Просто звук отключаешь, все сидишь и играешь, больше как бы ничего нету. Как-то обычно, типа Flappy Bird, только вместо Flappy Bird плоцок. Даже старые люди, которым, например, типа не хотят там, типа такие говорят: слушай, сыночек, а смотри, я тут узнала и знаю вроде, что дети на телефоне в этом играют какие-то игры, а в какие? Ну, смотри, тут есть Play Market, может установить что-нибудь себе, так, ну, так установить что-нибудь легкое. Ну, можно установить Flappy Post, и старые люди могут в него, в принципе, поиграть, потому что, ну... довольно легко и все. Суть в том, что они как бы вот эти фразы, типа пенек, сука, там все. И косарь, пенек, ну, как бы это они, конечно, не смогут понять, что это такое, но у некоторых старых людей уже проблемы со слухом, так что. Особенно этого слышать не будет. Так, ладно, давайте, ребят, давайте. Все, давайте последний раз и все. Вот, реально, посох, давай мы с вами полетаем последний раз. Последний раз сядем на пенек. Давай, братан, я все верю, давай. Мы уйдем достойным. Ну да, в 5 очков мы ушли достойным. Ну ладно, ребят, вот такая вот игра. Флэппи Поцак. Ну, не знаю, быстро надоедает, конечно. Потому что, ну, довольно однообразная. Не то, что довольно однообразная. Были какие-нибудь улучшения там, смена карт. Потому что я помню, видел на просторах интернета какую-то игру со сменой карт. Тоже в Флэппи. И там много апгрейдов было, потом поищу снова, может найду. Тоже обзорчик сделаю. Я не, только не помню, из Ритпа там была или в какой-то другой серии. Не помню. Ну да ладно. Вот такая вот игра. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, пиши комментарий, расскажи друзьям. Подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка. Подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А я с вами категорически прощаюсь. Все. Всем пока.